через Книжанку Кузнецкого и через Газу. Нас это тоже беспокоит, особенно через речку Казаха, мост, он, можно сказать, в ненадлежащем состоянии находится, это мягко сказано. Ну и через реку Томск. У нас есть проект, правда, свет старый, уже устарел, но, собственно, перерасчет сметы это не так-то времени много займет. Вот. Я в прошлом году еще встречался с начальником департамента дорожного хозяйства, мы этот вопрос обсуждали. Но на 21 год области не дали ни копейки на мосты. Сейчас выделяют деньги. Его буквально позавчера, Дарья Васильевич, я с Лавренчуком, начальником департамента, разговаривал, и мы договорились на четверг встретиться, в том числе мы хотели обсудить дороги 22 года и мосты. Мы заявили два моста. Вот. Это вот через Казуху и через Томку. С учетом того, что мы еще в корректировку проекта сделаем свое удорожание строительных материалов и так далее. Ну и смета, естественно, устарела. Она разработана там в 2019 году, по-моему. Поэтому вопрос будет решен. Если на два не хватит моста, один-то точно на Казаху. Постараемся на следующий год включить. Но пока вроде как обещают оборот.